Вітаю, друзі, 24-й канал, в студії Владислав Новіков. На зв'язку зі мною Роман Григорович Світан. Роман Григорович, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я і вам. Давайте починати. Сьогодні перед нашою розмовою така вискочила достатньо цікава новина від видання «Білд». Вони пишуть, що Збройні Сили України один раз використовували систему «Петріот» з Німеччини для ударів на свій розсуд. Реакція зрозуміла. Гнівні дзвінки з Берліна, Вашингтона, погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібний інцидент повториться. Україні також не дозволено використовувати західну ППО проти атак російських літаків. Їй доведеться чекати, поки бомбардувальники випустять свої крилаті ракети, і вони вже пролетять над українською територією, щоб боротися з ними. Я пропоную нам цю новину достатньо так фундаментально проаналізувати і почати, наприклад, з того, а по яким цілям теоретично ми могли бити, і чи можна сказати, що от ми побачили якийсь конкретний результат, що ми щось збили над територією Росії, і от саме зазначити, що це було цим інструментарієм зроблено? Діло в тому, що видно, последние три года войны – это такая договорная война, я бы так сказал. Почему? Потому что однозначно есть договоренности между Белым домом и Москвой по механизмам и по определенным критериям выполнения боевых действий. Почему россияне в принципе чувствуют себя вольготно, понимая эти договоренности? Они-то их знают. Ну, то есть, какие я сейчас объясню. Вот почему россияне без проблем заходят на Харьков и сбрасывают кабель? С дальности 70 километров, это где-то грубо над Белгородом, сбрасываются кабы, и дальше они долетают до Харькова, уничтожают инфраструктуру, убивают харьковчан. Да потому что они прекрасно знают, что средства поражения, которые могут их уничтожить над Белгородом, использоваться не будут, так как нам они вроде как переданы, но только мы по российской территории, естественно, и работать не будем, потому они вольготно себя чувствуют, засыпают кабами Харьков, не боясь обратно. Та же самая картина была при работе россиян теми же кабами по Черниговской области. В прошлом году они где-то над Клинцами выходили, Су-24 выходил, Су-34 выходил, сбрасывал кабы, после этого убивали наших соотечественников в селах в Черниговской области. Много погибло от этих кабов. Пока туда не подтянули «Патриот», блуждающий «Патриот» так называемый. Причем в паре работающий с одним из наших зенитно-ракетных комплексов в качестве радиолокационной станции. То есть включили, допустим, локатор «Бука» или С-300, один локатор. Видели, как подходит эта вся этажерка российская, Су-34 с кабами, Су-35, который ее прикрывал, два Ми-8 системы радиоэлектронной борьбы, которые это все прикрывали, и снесли четырьмя ракетами все четыре борта. А потом еще пятый борт Ми-8 ПСС, так называемый поисково-спасательной службы, поднялся для того, чтобы летчиков эвакуировать, еще его снесли. То есть хватило 5 ракет «Патриота» для того, чтобы уничтожить всю российскую этажерку, 5 бортов положить в районе Клинцов. И как бабка пошептала, кстати, после этого они оттуда работать, то есть они оттуда уже не работали. Но что после этого произошло? Скорее всего, из Москвы в Вашингтон полетели гневные проклятия. А что же вы разрешили украинцам использовать? Мы ж надеялись на то, что наши договоренности соблюдаются, и наши самолеты никто над нашей территорией сбивать не будет. Вот так мы их поймали. Ну, в этом смысле. Но поймали за счет этих договоренностей. Понятно, что после такого нагоняя с Москвы по Белому дому, Белый дом выписал нагоняй уже нашему военно-политическому руководству, и больше мы на территории России ни одного борта не сбили вооружением американским, ну то есть «Патриотом» или «СМТ», не сбили, начали работать по оккупированной территории Украины. Ну то есть тогда падали и в Янакиево Су-34, и в районе Крынок Су-34, в таком режиме. Но по российской территории не работали, и россияне, опять же, после этого вольготно Су-34 подходят к нашей границе, сбрасывают кабы,
четко понимаешь, что им еще раз Белый дом побожился, сказал, не дай бог, там украинцы еще отработают по российской территории. Вот такая договорная война. Она очень интересна для россиян и очень неинтересна для нас. А потому вот здесь большой такой большой привет Белому дому, лично Байдену, потому что именно он, может быть, там через Бёрнса, через Салливана на эти договоренности пошел. Поэтому мы до сих пор связаны по рукам и ногам, не можем работать по российской территории. Почему сейчас уже это все выходит в эфир в том числе? Причем, я так думаю, что сбрасывать эту информацию те же россияне в качестве информационно-психологической спецоперации, понимая, что на Белый дом сейчас начинают давить все со всех сторон, включая и внутри уже демократической партии, Конгресса, давят на Белый дом для того, чтобы разрешить выполнение этих задач. Потому что они просто больше еще наливают навоза на седую голову Байдена, ну, для того, чтобы от него еще и русским духом попахло. Ну, это так они метят своих. Добре, вони тут пишуть окремо, що були дзвінки з погрозами припинити постачання. І от таке питання, а ці погрози в життя вони можуть втілити? Чи ми вже їм скажемо, що друзі, ну, якщо ви хочете так, то ми вже будемо тонути разом з вами. І ви так просто також не відкараскаєтесь. Тому давайте ви не будете казати ці погрози. Ми, окей, будемо там якось бити в рамках наших з вами домовленостей, як ми отримали це озброєння, на тих умовах, на яких ми отримали. Але от, ну, чи можемо ми щось сказати і протиставити цим тезам, цим погрозам, сказати, що ні, друзі, давайте ви не будете погрожувати, тому що і не слухати їх в цьому, продовжувати збивати, чи у нас такої змоги немає, і дійсно вони можуть перестати давати це озброєння. Так они перестали давать, в декабре месяце последние партии зашли и все, подвесили 61 миллиард на 5 месяцев, а именно в них, в этих деньгах были зашиты и поставки, в том числе и ракет, противоракет для патриотов, потому они не просто это сделали, лишь не просто угрожали, они это сделали. А почему? Потому что у них есть договоренности с Россией, с Москвой. По каким-то другим вопросам, это могут быть вообще вопросы, касаются там Китая, Израиля, Ближнего Востока или Ирана, то есть кого угодно, это же геополитика. То есть из-за вот этих вот растяжек, на которых нас растянули, по большому счету, мы сильно не можем, пока сами не начнем производить зенитно-ракетные комплексы, мы не можем как-то этим оперировать. Потому здесь уже мы можем только подтверждать такого рода угрозы. Причем поступили угрозы, да, дайте это в эфир. Просто скажите, там, Зеленский вышел в эфир и сказал, мне вчера звонил Байден и сказал, если я буду россиян уничтожать над российской территорией, то Байден нам просто не даст дальше такого вооружения. Вот так это можно надействовать. Для чего? Для того, чтобы американский народ, американский конгресс об этом слышал, об этом знал, и потом начал задавать вопросы Байдену, что это было. То есть мы выделяем деньги для Украины, для того, чтобы она защищала своих граждан, а Байден не дает этим деньгам воплощаться, так сказать, в системы зенитно-ракетных комплексов и работать по российской территории. То есть здесь в этом смысле пора уходить от кулуарностей всяких. Вот прикрываются интересными такими вещами, там, а это политика, это геополитика, здесь мы должны там, здесь читайте, здесь не читайте, здесь ноты, а здесь рыбу заворачивали, ну и так далее и тому подобное. Знаем же мы эти все распасовки, манцы эти. То есть пора уходить от этих тем, почему? Потому что наши жизни теряются, наша инфраструктура рушится, государство Украина рушится из-за этого. Из-за того, что никто не может в эфир конкретно взять и сказать, нам конкретно Байден запретил это делать. Вот, пожалуйста, говорите об этом, чтобы уже тогда американский народ близко этого Байдена не подпустил к рулю американской политики и вообще за него забыл, не только за Байдена, а всех, кто за ним стоит. Это клика обамовская, клинтоновская, это вся эта верхушка демократической партии. Хотя самое интересное, большая часть демократов демократической партии как раз за Украину, против России, а вот эти договоренности, которые, на которые расставили, по крайней мере, и тот же Конгресс американский, и нас в том числе, эти договоренности, договорники байденовские, они заканчиваются плохо, плохо для нас, мы теряем жизни наших людей. Так.
Якщо я правильно вас зрозумів, то це затягування 61 мільярда доларів ви пов'язуєте з тим, що ми, як вони кажуть, на свій розсуд почали бити? Ну, так і є. 5 місяців нам не передавали практично. Там було, як-то, по-моєму, один транш 300 мільйонів доларів, зв'язаний з ставками, не більше того. Тобто 5 місяців нас держали на голодному пайке, це називається. Так називається, тобто технически, они это могут, там уже сотни лет эта демократия, не знают, как заиграть какой-нибудь закон, когда он не нужен, и как его быстро протянуть, когда он уже нужен, бывает. Мы это же видели прекрасно. 5 месяцев болтали по этим американским горкам, то с левой ноги встали, то с правой, то одни праздники, то другие. Ну, это всю эту эпопею мы слышали. И как только возник вопрос, да, готовы и поехали, тут же включили за несколько дней, все приняли, и через несколько часов уже боеприпасы были на линии боевого соприкосновения. Вот так нас сейчас на таком коротком поводке держит администрация Белого дома. Мы у них как собачка на коротком поводке. И об этом надо тоже говорить, чтобы это четко понимали и украинцы, и наши партнеры, и те, которые еще колеблются, то есть не понимая определенных процессов. Потому мы сейчас напрямую зависим от того, с какой ноги встанет Бёрнс, Салливан, Байден или там Обама, или еще кто-то, кто стоит за всей этой демократической верхушкой. Опять же, для нас это очень важно. Нам надо тогда понимать, что мы что-то можем, а что-то нет, и перераспределять свои усилия, допустим, на производство своих средств поражения, которые уж никак не будут влиять наши партнеры. Да, допустим, те же С-300, в конце концов, начать выводить на позиции в режиме, допустим, той же работы навскидку, то есть в таком режиме как-то по-другому менять, заниматься этими вопросами. Пока мы не будем бить по российской территории, пока мы не перенесем войну на российскую территорию, нас будут бить постоянно. Потому что если мы будем в режиме обороны, ну, это что такое? Это мальчик для битья называют. То есть Украину будут бить, пока мы будем обороняться. А вот прекратят бить, когда мы сами начнем бить вперед. Ну, то есть когда мы будем выполнять наступательные действия, оптимальный вариант – это как раз авиационная компонента. Почему в этом тысячелетии основная как раз парадигма наступательных действий авиационная? То есть это либо авиация, либо ракета. Добре, тоді, на ваш погляд, яку карту намагаються розіграти Сполучені Штати в найближчий час? Тому що ми бачимо, як Путін виходить з чисельними заявами про те, що потрібно домовлятися. Ну і починає там проштовхувати одразу декілька тез. Якщо Україна готова домовлятись, то окей, Зеленський легітимний, а якщо Україна не готова, то ні, Зеленський нелегітимний. Ну от одразу ці дві кардинально протилежні думки – намагаються засунути в інформаційний блок. В будь-якому разі, сьогодні також він висловився, сказав, що все ж таки для нього тепер Зеленський нелегітимний. Чому я привожу приклад росіян? Тому що ми з вами пішли по цьому вектору, що там зв'язка є між росіянами та Білим домом. Що хочуть в контексті цього отримати Сполучені Штати найближчим часом? Всадити за стіл перемовин Україну? Ну, для Соединенных Штатов важно, чтобы во время выборов кейс Украина-Россия был закрыт, и он был в руках у Соединенных Штатов. Закрыт разными механизмами. Главное, чтобы он не был провален. Либо победой украинской армии по каким-то направлениям. Дело в том, что американцы не будут против, допустим, если мы освободим там Херсонщину или Запорожщину, то мы выйдем на Азовское побережье, они даже будут за двумя руками, для них это плюс. А для них будет плюс, если, допустим, пойдет Украина даже на аннексию своих территорий, то есть на Крым, Донбасс, и это будет подано как великий миротворческий проект, который держал в руках тот же Белый дом. То есть это положительный момент. То есть для них и победа наша, и мирные договоренности, для них это плюс. Для них минус – это наш проигрыш где-то на каких-то этапах. То есть отход на позиции, то есть и отступление или прорыв россиян, для них это будет, конечно, прямой удар. И они это прекрасно понимают, лавируют как раз на вот этом, на этом лезвии бритвы, попытаются между капельками дождя пройти.
Нам это тоже надо понимать, что в таком режиме надо с американцами говорить. Либо давайте нам сейчас все и не ограничивайте, иначе нам придется отходить. Но это реальные вещи. То есть нам придется отходить, либо мы пропустим серьезный удар, и россияне прорвут фронт, и тогда они выйдут на оперативный простор, и тогда отходить даже не надо. Тогда мы за ними будем бежать только в обратную сторону, на запад, к Днепру. То есть, ну вот примерно так. Это на пальцах показывает. Скорее всего, до американцев это как раз доходит, и они сейчас будут пытаться как-то, опять же, управлять этой ситуацией на коротком поводке. Давать нам ровно столько, чтобы не дать возможности россиянам прорвать фронт и выйти на оперативку, сдвигая наши войска на запад. Вот это вот, скорее всего, это сейчас так оно и будет. То, что посадить нас куда-то, посадить на какой-то общий стол с россиянами, ну, они с этого начали, с 22-го года, вернее, с 21-го года Байден же носился для чего? Для того, чтобы мы отдали Путину то, что он хочет, а то он нападет. Помните, если его летнее 21-го года заявление, там, Крым, Донбасс, туда, на Россию, иначе Путин нападет. Ну да, Путин напал, вопросов нет. Только мы ни Крым, ни Донбасс не отдали, по крайней мере, не подписали. Вернее, подписали, только он и Арахами тогда подписывал эти бумажки в Стамбуле 27 марта 2022 года. Вот для американцев сейчас может быть один из вариантов, это как раз пропихнуть эту тему. Она может быть, пропихиваться, пытаться на своих на каких-то управленческих этих растяжках с договорами с Московией эту тему пропихнуть. Но это вопросы к Арахами и к этим четырем джигитам, которые тогда подписывали это Подоляк там был или там занимались этим вопросом, Умеров и Резников. Но это Арахами, когда будут рассказывать, он уже потом расскажет, кто ему команды давал сдавать Крым и Донбасс на определенное время. А вот то, что там легитимность Зеленского на данный момент играет россияне, так это не россиянам этот вопрос задавать, это вопрос Конституционному суду Украины. Если есть вопрос, вон задавайте в Конституционный суд, ждите ответа. Ну, вот примерно так. Опять дело не в легитимности, а в легальности. Легитимность — это больше психологический все-таки термин. Легальность — за законный термин. То есть легально ли указы президента как президента, то есть исполнение полномочий президента на данный момент после истечения 5 лет, будучи на этой должности. И это вопрос к Конституционному суду, не к Путину, не к Байдену, ни к кому. Вообще иногда вот есть некоторые моменты, связанные с тем, что страны или представители стран выражаются на эту тему. Там легитимный, нелегитимный, да это не ваши прерогатива, не ваши полномочия давать оценку конституционности или неконституционности, легальности действий одного или другого лица. Это все к Конституционному суду. Вопрос, почему до сих пор запроса на него нет, вот это большой вопрос, если честно. То есть это должен был либо сделан президент, дать запрос в Конституционный суд, и дальше решить все вопросы ответом Конституционного суда. Либо 150 депутатов должны были собраться и сделать такой же запрос в Конституционный суд. Но еще раз повторюсь, это не вопросы, там, тем более Путина. Вот кто уж точно нелегальный, так это Путин. Здесь даже в Конституционный суд можно не запрашивать. Почему? Потому что выборы Путина проходили на оккупированной территории Украины. В Херсонской, Запорожской, Крымской, Донецкой и Луганской областях. Все, легальность он потерял, априори ее потерял. То есть разрушено, во-первых, вводом 5 наших областей в свою конституцию, разрушено правовое поле российской конституции, естественно, потеряна легальность самого Путина как президента. А легитимность у него может быть, еще раз говорю, это больше психологический все-таки термин легитимность, это если ему доверяет, допустим, российское общество, оно доверяет, 2/3 доверяет, потому что с точки зрения легитимности Путин, он вроде как руководитель российской этой большей массы населения, а с точки зрения легальности он абсолютно нелегальный президент Российской Федерации. Якщо повертатися до ситуації з війною і геополітикою, то таке враження, що у нас є декілька опцій, які ми намагаємося витребувати у наших партнерів. Це відправити до нас війська, дати можливість нам бити по території Росії
і збивати, щоб вони збивали над нашою територією російські ракети. Ну, або там піднімали F-16, або прикрили частину нашої країни установками Patriot. Таке враження, що от ці три вектори зараз зависли в повітрі. Чи погоджуєтесь ви зі мною, чи ні? І якщо так, то який з цих векторів найбільш, ну, по-перше, вигідний для нас, а по-друге, реальний для нас? Да, это тот кейс из трех направлений, которые очень важны нам, причем они важны нам всех трех ипостасях, если можно так сказать. Нам надо получить разрешение, даже не так. Нам надо получать вооружение без ограничений его применения. Вот так это будет лучше. Не тогда, когда нам будут разрешать или разрешать там работать в России. Почему? Потому что разрешение – это практически целеуказание. Даже это не надо и ни нам, ни нашим партнерам. А вот передача нам вооружений без ограничений, вот это то, что как раз устроит и наших партнеров, ну, естественно, нас. То есть что значит без ограничений? На наше усмотрение применения вооружений, которое мы получаем, на наше усмотрение. Вот это направление надо ложить в тот общий кейс из трех направлений, которые нам нужен. Второе, однозначно, нам нужно приглашать или договариваться с нашими партнерами о вводе или легализации уже введенных на нашу территорию подразделений вооруженных сил сопредельных или государств-партнеров. То есть, причем именно в информационном потоке это тоже надо подтверждать. И вот то, чем занимается, допустим, Франция сейчас, Швеция, мы это уже слышали, Британия, поляки, румыны, то есть это как раз легализация страны Балтии, легализация такого рода действий. Сначала инструкторов, дальше сопроводительные команды по вооружению, по передаче вооружений, потом контроль некоторых площадок ПВОшных, в том числе, а дальше уже участие вооруженных сил стран Содружества, которое нас поддерживает на некоторых участках именно боевых действий. Для нас этот кейс тоже очень важен и очень нужен. Ну и прикрытие в западных и юго-западных частей нашей страны тоже важно. Почему? Потому что наши партнеры и так включают, ну, во-первых, 24/7 включена система ПВО наших партнеров. И Румыния, Польша, и даже Венгрия со Словакией, они же запущены. То есть зенитно-ракетные комплексы работают постоянно над мониторингом. И не только комплексы, система АВАКС, висят самолеты ДРЛО, то есть они видят на глубину где-то 800 километров как минимум на нашу территорию. Воздушное пространство мониторят его, передают определенные команды на диспетчерские пункты, а дальше надо только уничтожать, дать возможность уничтожать нашим партнерам российские ракеты, российские беспилотники, средства поражения, которые заходят, допустим, на запад или юго-запад нашей страны. Причем это может быть и зенитно-ракетные комплексы, и авиация, которая тоже поднимается. То есть пока не сидели, они пока не реагировали никак на ракетные атаки по Украине, это вопрос был такой подвешенный. А после того, как они все равно поднимают авиацию в воздух, и поляки поднимаются, и румыны поднимаются. То есть, по большому счету, им надо только разрешение на уничтожение, и где-то ширина в 100-150 километров запад-юго-запад нашей страны может быть перекрыта зенитно-ракетными комплексами авиацией наших партнеров. А это даст возможность, первое, ну, практически со 100% гарантией, практически говорю, потому что 100% никто никогда не дает, ближе к 100% гарантии запад нашей страны будет перекрыт с воздуха. Это раз. Второе, мы сможем перебросить и освободить те зенитно-ракетные комплексы, которые сейчас развернуты на западе и юго-западе нашей страны, в центре и на восток, увеличив плотность ПВО как раз на этих направлениях. Здесь такая двоякая задача. Потому весь кейс из этих трех направлений, он весь нам нужен. То есть здесь нельзя определить, что первое, второе или третье. Лучше решать сразу весь и получить подтверждение по всем трем направлениям. Дякую за відповідь. Щодо фронту, давайте поговоримо про те, що там відбувається. Одне з, ну, скажімо так, не основних, а тих напрямків і моментів, які дуже цікавило наших людей, це ситуація біля Кринок на Херсонщині. Як кажуть, окупанти посилили штурмові дії за минулу добу 20 штурмів, проте безрезультатних. Кажуть, що вони FPV-дрони починають застосовувати не
не поступаються в застосуванні саме нашими силами, тобто точно так же б'ють, а десь може і навіть краще, але що з Херсонщиною в частині Кринок, що там відбувається з цим, ну, плацдармом? Одні експерти виправляють, коли кажеш плацдарм, інші навпаки кажуть, що це плацдарм. Але, ну, всі розуміють плюс-мінус, про що ми говоримо. Ну, з точки зрения военной науки, это тактический плацдарм. То есть на левом берегу, если мы удерживаем некоторые позиции, это действительно плацдарм, но опять же тактический. То есть он не оперативный для того, чтобы можно на него было или вдоль него работать уже войскам по переброске, форсировать Днепр. Так вот, для чего тактический плацдарм нужен на левом берегу? Как раз для того, чтобы потом, когда будет такая возможность, он перерос в оперативный плацдарм, и дальше можно было на это где-то километров 15 по радиусу. Мы тогда перебросим на левый берег технику, артиллерию, даже пусть малую, но тем не менее, и можно будет прикрывать и настраивать форсирование Днепра, то есть определенные механизмы для форсирования, понтонные мосты, может быть, дебаркадеры с левого, с правого берега, для того, чтобы баржи можно было гонять, перебрасывать войска на левый берег, но это должно быть для чего-то. Не просто выйти на левый берег и там стоять под ударами россиян. То есть должно быть движение дальше в сторону либо Скадовска, либо в сторону Крыма. То есть это уже под стратегическое направление. А вот то, что у нас тактический плацдарм до сих пор не перерос в оперативный, вот здесь очень большая проблема. Оперативного не будет, пока у нас не будет готовности форсировать Днепр и двигаться на Крым, грубо так. А в том состоянии, в котором сейчас наши войска на левом берегу, на тактическом плацдарме, они постоянно под страшными ударами. То есть это надо тоже понимать. Целесообразность этого действия, ну, здесь больше, конечно, военно-политическое руководство, у него есть больше видения всех этих процессов, может быть, там впереди планирование оперативного плацдарма, опять мы об этом просто не знаем. Надо просто констатировать факт, что тактически долго удерживаемый тактический плацдарм на любом берегу – это очень большие проблемы для войск, которые этот плацдарм удерживают. Почему? Потому что противник, ну, в конце концов, когда-то он накопит силы, средства, подтянет дальние средства поражения, те же увеличит количество FPV-дронов и перемолотит весь этот плацдарм, просто смешает с землей. А что россияне, в принципе, и в последнее время делают с помощью КАБов, дальней артиллерии туда переброшены, с помощью FPV-дронов и так далее и тому подобное. Поэтому военно-политическому руководству здесь надо принимать решение, то есть либо удерживать его дальше, но опять же под какие-то задачи. Задача может быть там отвлечение войск российских. Да, они здесь держат из одного плацдарма на левом берегу, они примерно 60 тысяч россиян сейчас удерживают вдоль левого берега. А прекрасно понимаешь, что как только они отведут эти 60 тысяч, допустим, на Восточный фронт или в сторону Харькова, мы тут же примем решение, начнем форсирование Днепра. Потому вот эти нюансы, об этом знает только наш генералитет. Мы можем только о них, ну так, догадываться или как-то проанализировать. Хотя можно четко констатировать то, что очень тяжело сейчас нашим ребятам на левом берегу, и поскорее бы принималось решение. По крайней мере, либо на оперативное, либо на отход, то есть либо на перемещение, либо на создание оперативного плацдарма. Ще один варіант до вище описаних скажу, а ви мені чи підтвердите, чи спростуєте цю думку. А можливо, цей плацдарм чекає саме на F-16, і це щось кардинально змінить? Нет, ну это же как раз для F-16 имеется в виду, без F-16 форсировать Днепр нет никакого смысла однозначно. Поэтому любые наступательные действия стратегического уровня, а создание оперативного плацдарма под стратегическое движение в сторону Крыма, без F-16 точно невозможно. Даже планирование это невозможно, это нереально. А потому в этом смысле, что да, действительно ждут F-16, но это как раз говорит о том, о чем я говорил. Это ожидание создания оперативного плацдарма и форсирование Днепра. Щодо ситуації на Харківщині, на північний захід, там от президент казав, що буде скупчення сил росіян, Інститут вивчення війни там конкретизував по трьох селищах чи містах, які на території Росії знаходяться. Грайворон і якісь там ще два. І начебто вони будуть ще
тієї сторони наступати. От хотілося б вашу оцінку почути сьогоднішньому стану речей стосовно харківського напрямку потенційного наступу росіян. Будуть вони робити ще один такий заход з іншого боку чи ні? І що зараз відбувається там, де йдуть бойові дії на харківському напрямку? Ісходя із логіки бойових дій, некоторые вещи должны были быть проведены и начаты 10 лет назад. А сейчас объясню. В 2014 году началась война России против Украины. Захватом Крыма, заходом на Донбасс, убийством украинцев, боевыми действиями. Ну, то есть это полноценные боевые действия, которые были как-то связаны, купированы некоторыми договорниками, которые с 2014 года они длятся, там Минск-1, Минск-2, еще какие-то договорники. Но это все действия нелогичны при ведении боевых, особенно широкомасштабных боевых действий, особенно после 22 года, когда россияне уже масштабно зашли на территорию Украины. И сейчас идет полномасштабная война между двумя линейными, можно так сказать, воинскими частями, с одной и с другой стороны, то есть двумя профессиональными армиями, развернутыми в боевые порядки и так далее и тому подобное. В чем отсутствие, полное отсутствие логики и наводка на мысль о том, что до сих пор идет договорная война и когда-то это однозначно закончится. У нас линия границы с Россией 1000 километров. С нашей стороны это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская и Ростовская и Донецкая области. Это с нашей стороны, со стороны России, это Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская и Брянская области. Вот по карте рассказал. Так, граница между этими областями Украины и России, грубо 1000 километров. Так вот, 10 лет мы воюем на 400 километрах. Вот мы на 400 километрах воюем, а на 600 километрах торгуем. Это нелогично. Это не война. Это вот какой-то договорняк. И абсолютно понятны сейчас, в принципе, те действия, когда этот договорняк начинает рушиться. То есть вся 1000-километровая граница с Украины с Россией станет линией боевого соприкосновения. Но это логика войны. Если две страны воюют, они не могут воевать на каком-то, на одном каком-то плацдарме, а на других плацдармах ходить и обниматься, открывать переходы, как это было при Порошенко, вот, да, в принципе, и при Зеленском до 22 года. Воевали на 400 километрах на Донбассе, а на 600 километрах торговали вовсю. Туда-сюда гоняли, ну, мир, труд, жвачка называется. Ну, такого не бывает. Значит, россияне начнут, россияне или мы, начнем боевые действия на линии боевого соприкосновения, на линии границы, это как минимум. Вот россияне начали это с Харьковской области. С Харькова и сейчас будут подниматься вдоль линии границы, это будут расширять этот диапазон, пока вся линия границы, все 600 километров, не станут линии боевого соприкосновения, линии фронта, как она у нас есть сейчас на востоке нашей страны. Потому от Черниговской области, части Черниговской области, с российской стороны это Брянская, это Клинцы и Климово, там есть расположение российских войск. Климово — это старый аэродром заброшенный, летал когда-то там, знаю, там хорошо. И Клинцы, рядом это база российская. И вплоть до Харькова, до Валуек, то есть до Купянска, до Оскола. Это не вот то, что сейчас боевые действия только в районе Харькова, это только из-за недостатка сил средств у россиян. У них там около 30 тысяч сейчас в районе Белгородской области есть по направлению. Вот они к Харькову, вот они там сейчас пытаются топтаться. Есть еще до 10 тысяч вот где-то российских войск, в районе 10 тысяч, несколько полков. В районе Грайворона, да, действительно, они там растянуты, пока еще не в боевые порядки, пока просто кучкуются. Вот почему мы по ним не бьем? А потому что нам не дают теми средствами, которые у нас вроде как есть, но мы не можем по ним ударить, они сейчас будут разворачиваться в боевые порядки. Пока они не зайдут на нашу территорию, мы по ним бить не будем. Ну, нечем бить, ну просто все у нас с запретом получается. Значит, их надо, получается, запустить на нашу территорию, и тогда начинать с ними боевые действия. На узкой границе они будут убегать на Россию, когда захотят отдышаться, называется. То есть
повоевали в Украине, потом раз в российскую территорию, один шаг через границу, и они уже в безопасности, называется. Угу. Направление будет в сторону Богодухова. То есть от Грайворона в сторону Богодухова. Почему Богодухов недалеко от границы, а и через него идет трасса, основная трасса с Харькова на Сум. Я так думаю, это следующий ход. Вплоть потом это все пойдет подниматься на север до Сум, Суджи на Сумы, там тоже около 10 тысяч россиян есть. И закончится это все топтанием в районе Климова-Клинцова, это уже под Черниговской областью, это практически граница с Белоруссией. Вот эти 600 километров границы, они в конце концов превратятся в линию фронта. Когда это будет, все будет зависеть от россиян, когда они соберут достаточное количество сил, средств, либо дополнительно, либо перебросят те части, которые у них сейчас есть на Восточном фронте, если у них не получится прорвать фронт и выйти на оперативный пост. Як тільки нам дозволять бити по їх території, цей сценарій, про який ви сказали, він тут же втілиться в життя або навпаки, тут же не втілиться в життя, тому що ми просто на підходах будемо по них бити? Ми не дадимо їм зайти на нашу територію, але бойові дії однозначно будуть на лінії границі, либо на лінії бойового соприкосновення, допустим, вдоль тих фортифікаційних сооружений, які ми зараз створюємо. Ми по-любому все 600 километров границы, на которой еще нет боевых действий, вдоль всей этой границы будут боевые действия. Ну, будут, потому что логика войны именно этого и требует. То есть нам надо сейчас уже понимать, что вся эта граница с Российской Федерацией будет линией боевого соприкосновения. Вопрос, где это все будет, на нашей территории или на российской? Так вот, для нас важно, чтобы боевые действия были на российской территории. Пора уже переносить их именно туда. Роман Григорович, це була цікава розмова. Як завжди, я вам дякую за вашу аналітику, за те, що відповідали на мої запитання. Спасибі вам і бажаю вам гарного вечора.